Привет, друзья, с вами Кеник, и это первый рейд после обновления. Короче, нас осталось трое, ну, в скором времени будет четверо. Стол разведчика нам показывает тет на тет, семья с такими же людьми, то есть тоже с трое. Это относительно, видите, 99-й, 99-й, 97-й. Давайте-ка быстренько посмотрим, подбежим, что там за челы. Let's go. Вообще, сказать честно, что у нас тут появился он вообще с правой стороны сверху, обычно слева снизу. Ну, ладно, давайте, заходим. 2 минуты прошло. Рейд остался прежним, 20 минут, поэтому мы сразу собрались с ребятами и ждали просто до последней секунды. Что це таке? Ну, на самом деле, 20 минут не прошло у нас, ребят. У нас прошло где-то минут 10, ну, плюс-минус 12. Короче, такие же боты. Есть лидер, это флажок. То есть должен быть слева и должен быть справа, чувак. Я правильно понял? Тут вообще никого нет. Это боты. Ё-моё. Угу, ясно. Ну давайте бота рубить, что делать. Боты бывают тоже жирные. Ну, я так предполагаю, что это боты. Ребят, пишите комментарии, если у кого-то попадались такие же люди. Ну, это как-то даже очень странно. Рубим дальше. О, хотя улучшенная печь, смотрите, что стоит. Каменка. Ударил, погнали. О, блин, это каменка стоит. И станок работает. Давайте обрубим, обрубаем. Угу. Ну, сейчас и кувалду мочканем, что делать. Да, это бот. Ну ладно, давайте-ка вот эти пооткрываем. Убедимся, что это реальный бот. Так это или нет. Пусто. Че открыл сюда? О, плотная ткань. Можно взять. Крепежи. Вот. Вот видите натечки такие? Ну вот это и вот это реально топ. Вот эти натечки, это по одному удару, это говорит о том, что это бот. Мы уже 100 раз с ребятами это проверяли тему, поэтому, Дамир, забирай. Поэтому это так и есть. Ну, как бы, 20 ворон надо кому? Я не знаю, стоит ли лупить сюда кувалду, но ради того, что у нас находится внутри, стоит. О, смотрите, медь, клен. Кирочка на один удар, кирочка на другой удар. Ну, в принципе, ну, почему бы и нет. Да. А что мне по отмычкам? У меня остались... О, видишь, что? Как раз камушки нужны. Блоки, елки-палки. Ладно, давай, знаешь что? Я, наверное, это все скину. Открывай, Дамир, здесь. Ну, я не стоит, наверное, тут. Я пойду лучше кувалду мочканю. 20 дерева. А, ну, в принципе... Хотя станки на дерево не работают. О, металл. 2 царик я достану, заберу. Ладно, сейчас быстро за кувалдой и вернусь. Let's go. Пускай ребята открывают. Все, записываю. Итак, возвращаемся. Посмотрим. Подняли чуть-чуть отмычек. Ну, если это боты, то мы одели заплечки, короче. И давайте-ка ударим по... самому сердцу, скажем так, потому что за каменкой иногда прячется что-нибудь топ-лут, так сказать. Если будет даже поломанный какой-нибудь фиол оружия, это вообще уже считается, ну, окуп кувалды. Поехали. Бум, 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 бум. А слышишь, а кувалда ломается также? Слышишь? Погоди, не, она сломалась полностью. Открывай этот, я открою этот. Взяли топовскую отмычку, думаю, блин, мало ли что тут будет. Перышки, короче, ну такое все. Че там? Не, ну бафы как бы есть. Грибочки за стак, вот это можно сложить. Поехали! У меня с собой несколько отмычек. Не, ну смотри, что. Молоты, почему бы и нет. Бомбы, дротики. Ну, бот как бы, бот батом. Пацаны, пацаном. Дальше. Ясно. Кости полезать мы не особо хотим. 3 отмычки у меня осталось. О, елки-палки.
Но доски за такую отмычку, как бы, это не окуп. Смотри, фуловая фрейк, фуловая, на точка. О. Это нормально, согласись. Все, Дамир, забирай. Это все в котел. В принципе, ну, неплохо, неплохо. Одна отмычка есть. О, ну тут полоски, я застакаю. Здесь гвозди есть. Возьму стачок. Все, забирайте тогда все остальное. Дамир, открывай вот эту. У меня есть еще простые. Ой, чуть ли не нечаянно. Простые можно просто. Пацаны. Захар, записывая видео, подожди, пожалуйста. Забирай вот это вот, вот это вот, вот это вот. Ну, как бы надломанный фиол тоже можно взять, в принципе. Почему нет? Да, давайте-ка еще посмотрим, что здесь. Тут пусто. Не, здесь мы все открыли, вот здесь. О, погоди, а что там? А, щиты, да, а надломанные. Но никто не будет синьку сейчас чинить. Дамир, если что, у меня есть место, поэтому... А, я сейчас вот еще здесь открою, поэтому можно посмотреть. Веревки. Кстати, веревки тоже надо, блин, почему нет? Next. Давай, ткань. Травка. Почти, я почти угадал. Три штуки. Вот ткань. А есть топор у кого-нибудь? Там был топор, надо сюда проломаться, посмотреть. О, ё-моё, кожа, целая куча. Да, лучше забрать кожу, чем у меня еще одно место. Я еще вернусь. Вот так. Все, я застакал. Сломать там этот. Мы прям фул его, да? Да, у меня одна отмычка осталась. Ага. Блин, ну тут... Тоже интересно же. Ну, вот здесь вот мы тут еще не скрываем. Еще одна отмычка есть. Простая отмычка, в принципе, она... А, простая? Да, простая, простая. Простые фул открыли. Не, не фул, вот тут а, еще. А, нет, вон еще. Вот здесь открываю. Брага. Брага, реально. Я так взял. Вот, ребят, такой рейд мы, короче, будем переносить. Пишите, пожалуйста, в комментарии, у кого был покруче рейд после обновления. Ну, а у нас именно он такой. С вами был Кенни, как всегда. Пока-пока, до новых видосов. Чао, пока.